с разных городов. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вы меня хорошо видите, слышите в чате? Не слышно? А, слышно, да? Хорошо. Слышно, хорошо. А, все отлично, хорошо. Я вас всех приветствую. Всем хорошей недели нам. Сегодня у нас уже вторник. Я выступаю по вторникам. Ну, давайте я представлю себя. Айкуным Куанышкызы, с города Астаны. Я, получается, в статусе вице-президент по партнерской программе. С 2017 года являюсь нашим бизнес-партнером нашего фонда. Сегодня уже НЭМИ, потребительского сообщества, профессиональный инвестор. Ну, не скажу профессионально, но я стремлюсь стать, знаете, стремлюсь к тому, чтобы стать профессиональным инвестором. То есть, можно сказать, стремлюсь сегодня стать опытным, наверное, скорее всего, пока инвестором. После опытного уже идет профессиональный инвестор потребительского сообщества НЭМИ. Выпускник мастер-профи, также вот активный старт, я веду активный старт у себя в городе Караганде бывает активный старт, сейчас мы в онлайн-режиме это все проводим. Также я сегодня являюсь участницей марафона 260. Здесь у нас обучение началось в феврале месяце, мы будем проходить до октября месяца. Сейчас буду говорить, какие мы проходим занятия, к чему мы обучаемся и к чему вообще идем. Инвестиционное мышление, да, это очень важно. Сегодня благодаря как раз-таки вот обучением как мастер-профи, да, у нас было обучением как марафон 260, когда мы покупаем ОИПы разные. Действительно, она, мышление меняется, и не просто ты обучаешься, плюс еще ты проводишь практику. Сейчас у меня вообще огромная практика идет именно в традиционном бизнесе. Вот многие мои партнеры знают об этом, потому что у нас такие задания дают, но мы не только должны двигаться как бы в одном направлении, мы должны рассматривать разные виды инвестиционных направлений, создавать разные инвестиционные портфели. И даже во время коронавируса, пусть небольшими инвестициями, да, я уже создала 4 направления, 4 актива. Вот это, наверное, скорее всего, сейчас пока это моя практика. И человек, сегодня мы меняем свое мышление, потому что мы инвесторы. И, знаете, хочу сказать, вот следующий слайд. Роберт Киосаки, вы все знаете, наверное, покупали книги, читаете. Я лично в 2006 году была в Каннском дворце кинофестивале, и я этого человека увидела. Так получилось, что я посетила его тренинг. Тогда я не занималась никаким бизнесом, но просто так вот оказалось, была такая поездка, и это было в Каннском дворце кинофестивале. Я первый раз увидела этого человека, когда он показывал вот этот денежный квадрант денежного потока на сцене, на Батмане, не было никаких слайдов, никаких экранов. Просто смотрите, здесь все просто и ясно. Если посмотреть, вот смотрите, первый сектор – это рабочие. У вас есть работа. Да, 25 лет я работала музыкантом, я профессиональный музыкант, лауреат международных конкурсов. С 18 лет я уже на сцене, у меня 2 высших музыкальных образования. Я объездила очень-очень много стран, были гастроли, Дни культуры Казахстана, мы представляли в разных странах. Но самый дальний материк – это Америка была. И 25 лет работала я в этом секторе. Ну, получается, вот бюджетные организации, госорганизации. И 90% как раз-таки людей находится в этом секторе. Дальше, второй сектор – это предприниматели. Через лет 10, параллельно работая у себя в казахском оркестре, в филармонии, параллельно также обучая своих студентов, я решила открыть ИП, как бы немного на себя работать, попробовать это. Открыла агентство по проведению торжеств. То есть, и знаете, наступил новый период развития в своей
как бы жизни. И мне это тоже это мне нравилось, потому что уже были более свободные деньги, у меня не было руководителя, я сама себе хозяйка, но я с этой работы, с этого бизнеса никуда не могла поехать уже даже на гастроли, потому что не гастроли, а дальние поездки, гастроли там, да, она меня уже отнимала время. Потому что здесь все зависит, развитие этого бизнеса, все зависит только от тебя. У тебя нету ни выходных, ни проходных. Все, весь этот бизнес, он твой, ты сама хозяйка, у тебя нету начальника, но все это зависит от тебя. Постоянно реклама, нужно раскручивать вот этот свой бизнес. И огромные усилия, огромный труд прикладываешь. Тебе хочется, чтобы этот бизнес твой развивался. Третий сектор – это бизнесмен. Когда люди владеют большим бизнесом, это холдинги, корпорации, ТО даже относится. И у них есть деньги, да, на них тоже работают люди. То есть с ИП, в принципе, можно перейти вот в третий сектор. Но не все, к сожалению, могут пройти в этот сектор. Следующий сектор у нас инвестор. Самый классный сектор, который с каждым разом, с каждым днем я начинаю понимать, что за сектор. Сектор инвестор. И знаете, Роберт Киосаки сказал, что 90% денег находится, 10% людей на планете Земля владеет 90% денег, немного по-русски у меня не складно получается, да, именно находится в этом секторе. И, знаете, Роберт Киосаки тогда сказал, что с рабочего сектора, вот, с первого и со второго, с ИП, с предпринимателя, не могут перейти в сектор инвестора, потому что здесь огромные деньги, нужно вложение, огромный капитал вложения нужно, только с сектора бизнесмен могут перейти в этот сектор. Но сегодня, смотрите, что происходит. Сегодня происходит то, что вот сегодня я изучаю очень много компаний, изучаю очень много любой вот и традиционный, инвестиционный, и сетевые бизнесы. Я это все изучаю. Я хочу сказать, что как наша компания, как потребительское сообщество NEMI, это впервые за историю всего человечества. И это первое направление, и нет аналогов на сегодняшний день. Может, потом кто-то будет повторять вот это движение, вот это создание. Но в данный момент нет, мы первые, мы первопроходцы. И благодаря NEMI сегодня мы, благодаря Андрею Федоровичу Хавратову, который создал такую модель, такую систему, мы и с первого сектора, и со второго сектора у нас колоссальная возможность небольшими, определенно даже $100, вот небольшими деньгами перейти в сектор инвестора. Мы перешли туда. И сегодня я хочу всех нас поздравить, что мы действительно находимся в этом секторе, но это еще не все. Нам нужно теперь менять мышление, нам нужно очень много обучаться, получать финансовые знания, образование, не говорить, почему, когда будет дивидендный доход. Об этом сейчас, наверное, по ходу я буду говорить. Но инвесторы – это те люди, которые умеют ждать, те люди, которые умеют ждать и они понимают, что это не завтра будет, что вот сегодня вложил деньги, и не завтра ты получаешь. Инвесторы думают над тем, куда бы правильно инвестировать, даже если нужно будет и 5, и 10 лет ждать, они будут ждать, но там потом будет очень большой выхлоп. Они это осознанно все делают. К сожалению, бедные люди, они, наверное, сейчас, наверное, наступило время, когда вот этот инвестор, инвестиция, да, это как бы для меня, вообще для меня она как бы новая культура, это новое направление, новое знание, но наступит, пройдет 4-5 лет, я думаю, что мы в Казахстане уже четко будем понимать, что такое инвестиции, и будем искать разные направления находить. Но это будут те инвесторы, которые сегодня реально, они меняют свое мышление. Ну, я, музыкант, пришла здесь сегодня, всего лишь как бы 4-й год идет, да, для меня тоже это было сложно, для меня это новое как бы направление, новая профессия, которую нужно было с нуля изучать, это был какой-то момент, даже депрессия даже, можно сказать, была, да, я думала, зачем я оставила
ту деятельность, где мне очень комфортно, мне очень хорошо, мне приятно. И я это все взяла, оставила и перешла в бизнес, да, не имея абсолютно никакого, как бы, опыта именно в сфере инвестиций. Но здесь тоже творческая работа, оказывается, всему можно научиться. Так, идем дальше. Идем дальше. Уровень финансовой грамотности, да, сегодня цель Андрея Федоровича Хавратова, что 15% населения планеты Земля, чтобы мы стали финансово образованными, грамотными. Сегодня мы собирались в офисе Астаны, да, действительно это все обсуждали. Нужно помогать людям. Мы не все прямо вот родились инвесторами, да, умными такими, да, начитанными. То есть нужно действительно, если ты владеешь этой знанием уже немного, дальше нужно передавать. Дальше нужно передавать, дальше нужно учить, открывать глаза, душу, сердце этим людям, чтобы они тоже понимали. Перед нами предстоит, конечно, огромный-огромный труд и работа. У нас есть решение. У нас есть решение, это вот опять-таки, да, обучение, инвестиционная грамотность, мышление. Обучающие, мы проходим обучающие курсы направления на саморазвитие. Очень важно, да, самообразование, когда вы самостоятельно дома работаете сами, самостоятельно конспектируете это все. В наших кабинетах есть раздел образования, абсолютно там есть все. Там есть видеоматериалы от Андрея Федоровича Хавратова, цели, планирование, повышение финансовой грамотности. Мы даже в активных стартах вот этот, как планировать, как ставить цель, как даже мечтать, да, мы все это учим. Но главное, чтобы человек, да, мы это передаем, мы учим, но вы, наши новые партнеры, да, наши новые клиенты, мы не можем за вас это понимать, мы не можем, мы вам передаем информацию, вы должны его принимать, мы не можем за вас принимать, мы не можем, мы говорим о мышлении инвестора, но мы не можем ваше мышление менять, вы, работая над собой, это огромная работа, это не просто так. Тем самым, вот как раз-таки 15% планеты Земля, 15% населения планеты Земля, когда мы станем очень грамотными, да, образованными, Андрей Федорович Хавратов, у него цель действительно, чтобы с нас, чтобы мы были не просто миллионерами, а просветленными миллионерами, осознанными просветленными миллионерами. Так. Андрей Федорович Хавратов – это наш генеральный директор потребительского сообщества НЭМИ, автор и создатель, генеральный директор Академии частного инвестора. Андрей Федорович Хавратов, также он награжден председателем Инвестиционного совета Международного общественного объединения генерала мира за мир, награжден медалью «Голубь мира» Международного общественного объединения генерала мира за мир, также топ-100 выдающихся лидеров России, это было в 2019 году, в конце года, вошедшие в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия». Вот. Андрей Федорович Хавратов, он, имея огромный опыт в инвестировании, также в бизнесе, он решил помочь миллиону людей стать миллионерами. То есть он не хотел один быть миллионером, там, миллиардером, он нас взял с собой. Вот. Сформировал 8 правил частного инвестора. Его цель вот, – обучить инвестиционной грамотности 15% населения планеты Земля. А вы представляете, если 30% были образованы, это вообще будет классно, мы можем очень много вместе решать такие задачи большие. Появилась, конечно, идея новой экономической эволюции мира, возможность для абсолютно каждого человека стать совладельцем глобального инвестиционного портфеля с возможностью получения дивидендного дохода. И когда мы будем получать дивидендный доход, мы вместе все можем решать очень большие, огромные-огромные задачи, социальные, экологические, повысить сознание людей. Но мы работаем над этим сейчас. Инвестиция только в правильные компании. Сегодня, знаете, существует на рынке очень много разных компаний, разных руководителей, которых не видишь, где они находятся, где-то на видео видишь и все.
А на самом-то деле этих людей не существует, разные компании, и в этом нужно очень сильно разбираться, чтобы не потерять свои средства, свои деньги. Три составляющих NEMI. Это обучение, в первую очередь, да, это обучение, также совладение и бизнес. Совладение. Мы являемся сегодня совладельцами инвестиционных портфелей. Сейчас немного дальше я расскажу. Так, бизнеса. Академия частного инвестора, она была создана в 2011 году. Автор и создатель Андрей Федорович Хавратов. Сегодня, конечно, мы проходим очень много все обучающие инвестиционные программы. Все у нас через Академию частного инвестора. Вы заметили, да, вот у нас полностью все движения сейчас идет через Академию частного инвестора в наших кабинетах. Вот она основана была в 2011 году. Вот в этом году уже 9 лет, 10-й год вот уже пошло. И за это все время уже около миллиона, наверное, уже студентов, которые проходили обучение через Академию частного инвестора, повысили свое знание финансовое, стали очень такими профессиональными инвесторами. Да, вот 9 лет, 9-летний опыт у них глобально онлайн, 9-летним опытом. Да, более 1 350 000 пользователей из более чем 176 стран мира сегодня. Представляете, это огромный, наверное, холдинг уже, это академия. Это как уже как университет, круче университета. Здесь мы получаем такие знания, которые вообще абсолютно, наверное, не преподают в университетах, и я думаю, что сегодня вот эту систему как раз-таки нужно ставить в наших школах, университетах, чтобы наши дети учили. Преподаватели с опытом работы в сфере инвестиций и финансов до 23 лет. Практические занятия в области финансов, инвестиций и личностного роста. Реальные кейсы, групповые занятия, индивидуальное обучение и наставничество. Да, так, ну дальше пойдем. Академия частного инвестора – это самая эффективная система обучения в подготовке частных инвесторов. Как раз-таки нас, да, нас готовят в большой путь. Цель проекта – дать полное понимание, опять-таки, науки инвестирования. Чем раньше ты будешь знать все, что с этим понятием связано, тем быстрее ты получишь абсолютную свободу. Действительно, вот это сегодня понимание науки инвестирования, да, это очень и очень важно, очень важно. Есть у нас разные обучающие курсы, начальный, средний, высший, да, вот. Инвестиция – это вклад, то есть средства куда-либо с целью прироста капитала или получения дохода. Инвестирование – это понимание, как ваши деньги могут расти из года в год. Обучающие инвестиционные продукты, ОИП, это если у нас инвестиционная тема, где 8 правил частного инвестора, первые шаги в частном инвестировании. Все вот эти образовательные пакеты есть у нас в кабинетах. Вы можете в Академии частного инвестора, можете покупать их и обучаться. Дистанционное обучение частного инвестора, как $1 превращать в 1 миллион. Но вот это нужно, прямо там таблица такая, когда вы просто сядете, будете это все считать, это будет очень и очень интересно. Основа капитализации, да, когда вот у нас наши партнеры задают вопрос, когда дивиденд, да, ну, они не знают, что такое, они не спрашивают капитализацию, например, да, какая капитализация сегодня, какой прирост. То есть вот это как раз-таки сегодня есть время этому обучаться. Также на личностный рост, да, у нас есть обучающие инвестиционные программы, 8 принципов успеха, игра в жизнь. Также у нас вот есть бизнес-тренажер, гений финансов, это вообще классная игра. Я сама обучалась, постоянно играла эту игру. У наших тренеров, как Самира Талгатовна, также мы проходили
и здесь азарт просто идет. Человек, который один раз только, вот один раз попробует эту игру играть, ему хочется его постоянно играть, и человек начинает понимать, что существует другой финансовый мир, и человек вот в этой игре, он себя проявляет, все свои ошибки, даже в этой игре, как в обычной жизни, он хочет кредиты взять, займы, там уже сидит у кого-то, деньги занимает, он устает, он начинает считать. Как бы в обычной жизни же мы не считаем, а здесь уже все нужно считать, нужно все нужно это просчитывать. Я вам всем рекомендую, чтобы вы все играли эту игру. Мы сейчас ждем, эта игра тоже будет в онлайне. Там, говорит, еще какие-то новшества будут. Новые, по-моему, темы будут, сектора будут. Добро пожаловать в программу «Криптоюнит». Мы все уже стали участниками, участницами программы «Криптоюнит». Еще раз я хочу поздравить. Старт программы «Криптоюнит» у нас, старт начался 30 марта 2019 году с участием Андрея Федоровича Хавратова в городе Алматы. Это была грандиозная, большая региональная конференция. И сегодня программа «Криптоюнит» действительно... каждому человеку открывает очень колоссальные возможности. Ну, это первая компания, да, первая программа, когда обычный человек, покупая просто криптоюнит, он участвует во всех самых высокодоходных бизнесах, которые находятся на этом земном шаре. Но когда такое было? Такого еще не было. Если посмотреть, мы прошли 8 этапов развития, и у нас уже 15 января был выход на блокчейн эфириум. Сегодня, знаете, вообще каждый день, вот сейчас компания настолько, в компании идет огромная работа, которую мы даже, может, и не видим, но идет колоссально большая работа. Мы уже, если вы откроете свои кабинеты и увидите, что мы уже находимся, у нас свой блокчейн-платформа CryptoUnit, создали уже свой, мы не сидим у кого-то в арендах, но в эфириуме сидели, там говорят, что была очень медленная транзакция, а сейчас у нас полностью мы находимся в своем блокчейн-платформе, я думаю, что у нас тоже будет своя биржа, у нас будут свои трейдеры, у нас будет свой банк, своя платежная система, все будет свое. 4 мая мы перешли на второй этап, и началась сейчас, в данный момент, вторая часть развития нашей программы. 9 марта было запущено внутренний обмен баллов CryptoUnit. Вот сегодня у нас Сахтау, Мария писала, что они так радовались, на 2200 они смогли реализовать, обменять баллы CryptoUnit на юниты. Тоже поздравляю, тоже приятно это, наверное. Что такое программа CryptoUnit? Программа CryptoUnit дает возможность стать совладельцем глобального инвестиционного портфеля. Также мы сегодня получаем ежемесячные бонусы по программе лояльности. Нужно понимать, лояльность — это не прибыль компании, да? Это вот от товарооборота 10%, ну, как спасибо, можно сказать. Это будет лояльные бонусы нам начисляться до 2021 года, потом, в принципе, она уже... начисления лояльных бонусов не будет. Я думаю, мы уже будем получать тогда уже профи-бонусы. Профи-бонусы, возможность получения профи-бонусы. В будущем, я думаю, что это как раз-таки есть дивидендный доход. Регулируемое и прозрачное финансирование, потому что компания перед нами отчитывается, перед своими инвесторами, куда инвестировали, сколько инвестировали, что происходит, как происходит, полные отчеты, все это прозрачно, нам это все нравится. Рост стоимости криптоюнита за счет увеличения активов. Действительно, если мы посмотрим, да, приобретали когда-то мы за центы, да, сегодня стоимость токенов сколько уже, возможность обращения криптоюнита в мировом мерчендайзинге. Выпущено 80 миллиардов баллов токенов акций криптоюнита. Первая часть, она у нас уже завершилась. Было реализовано, продано 30 миллиардов криптоюнита. Следующая, вторая часть, она у нас уже началась. И за этот период будет продано 20 миллиардов криптоюнита в обороте.
Вот. Третья часть, глобальный мерчендайзинг криптоюнита, когда цена наших активов уже составит 100 триллионов долларов, представляете, да? И в обороте 20 миллиардов, также будет реализовано 20 миллиардов криптоюниты. И вот 10 миллиардов она останется в обеспечении для ликвидности нашей компании. Вот. Формирование глобального мерчендайзинга криптоюнита в период с 1, получается, октября 2019 года по 1 октября 2024-2028 год. Начало стоимости 1 доллара равен 1 криптоюниту. Да, вот, когда у нас один криптоюнит будет 1 доллар. Все прямо ждут этого момента. Рыночная стоимость криптоюнита составит более 1250 криптоюнит за, долларов за один криптоюнит. Вот сегодня те, которые продают за 0,20 центов, я хочу сказать, ну, наверное, они уже быстрее как бы избавляются, да, и я, например, не продаю. Ни одного криптоюнита я на сегодняшний день, у меня есть размороженные криптоюниты, я их не продаю. Потому что я знаю здесь, какое материальное обеспечение идет у криптоюнита. Сегодня еще в мире нету такого криптоюнита, акции такой, чтобы было такое материальное обеспечение. Даже сегодня, даже не инвестируя еще как бы все сектора, она уже капитализация составляет 400 миллионов долларов. И 1250 долларов за один криптоюнит, когда в активе проекта более 100 триллионов долларов. Вот тогда будет. 1250. Вот можете даже умножить, сколько у вас количество сегодня криптоюнита, и умножьте на 1250. Дивидендный доход к завершению третьей программы планируется создать на уровне от 1 до 50 долларов на один юнит к криптоюнита. Так, идем дальше. 20 секторов инвестиционного рынка. Мне вот этот все сектора очень нравятся. Я думаю, вам всем, вот что нам в жизни необходимо, все эти сектора есть. Образование, сектор развития многоуровневого краудинвестинга, сектор долевого участия в бизнесах посредством совладения, здоровье и долголетие, фондовые валютные рынки, даже криптовалютные рынки, страховой сектор, сектор недвижимости, культура, наука, предпринимательство, сельское хозяйство и фермерство, сектор космического развития. Представляете, у нас какие сектора? Сектор благотворительности. И сегодня у нас уже около 10 секторов уже инвестировано. Первый – это инновационно-транспортная технология. Объем рынка более 500 триллионов долларов. В этот сектор у нас инвестировано 18 миллионов долларов, 18 миллионов юнитов. Вот. Средняя цена за километр от 5 до 10 миллионов долларов, да, вот один километр. Вот. Конечно, это экологически чистый, безопасный транспорт. Следующий наш сектор, наша акция, активы. Было инвестировано в драгоценные металлы золото, инвестировано около вообще 13 миллионов долларов. Это золото Урала, золото Ганы. И как раз таки вот золото Урала сегодня дает очень большую капитализацию, около 300 миллионов долларов. Получается, наверное, огромный запас золота там на нашей земле. Инновационно-базальтовая технология сегодня очень тоже хорошо развивается. Основатель компании Дмитрий Воронов. Вот этот базальт, он имеет возможность заменить большинство существующих материалов, как металл, как пластик. С него можно и машины, начиная от мебели до космических кораблей. Можно 5 раз переработать. И самое классное, она экологически чистая. Она, вот этот камень образовался во время вулканизвержения. Его не надо раскапывать, добывать. Он находится на поверхности земли. И недавно у нас в марафоне даже говорили, что его, если с него сделать муку такую, да, его можно также... она очень... полезно для почвы, для удобрения применять. Киноиндустрия,
Китмар, инновационной сфере кино и анимации. Вот вы видите «Человек-дракон», автор идеи Андрей Федорович Хавратов, Нурлан Мамакеев. Основатель, основана компания в 2005 году Нурланом Мамакеевым. Значит, более 15 успешных проектов, и сейчас готовится такой фильм, очень хороший, говорят, мы слышали, что идет работа, и ждем выхода на рынок, только как выйдет на рынок, мы уже запустим наш фильм. Я думаю, это колоссально интересный фильм. Почему? Потому что, наконец-то, у нас в Азии появится свой супергерой, который будет спасать нас. И это как вот «Человек-паук. Весь земной шар» смотрит этот фильм, и мультфильмы, да? Даже взрослые ходят, смотрят. Я думаю, что это киноиндустрия, вот этот сектор культуры, это относится к сектору культуры, нам принесет очень большой, огромный дивидендный доход и прибыль. Алмазы, заводы по выращиванию синтетических алмазов. Я этот сектор вообще изучала, мы в марафоне, нам дают задание. И знаете, сегодня как раз-таки есть такие заводы, и в нашем активе это есть. 25-30 лет осталось на Земле именно природные алмазы. Дальше их не будет. Даже вот при нашей жизни с вами, да, мы уже будем свидетелями тому, что уже природных алмазов нету. Видимо, природа, она уже не дает его. И сегодня вот я слышала, что вот как раз-таки этот наш сектор, сегодня на него есть уже контракты, именно на технические алмазы. Сейчас просто ждут оборудование с Китая, и остается просто запустить этот наш завод. Алай, Кынан, мы пропали. Ай, Кынан. Кто меня слышит хорошо? Мне говорят, не слышно. Кто не слышит еще? Слышно, да? Значит, все нормально. Но для всех представлюсь. Я Ибрагимов Кинжибай, являюсь представителем в городе Чимкент уже с 2015 года. По статусу я тоже вице-президент и плюс ко всему, я являюсь членом лидерского совета. Сегодня у нас новый формат презентации, и я вам скажу, что этот формат будет международный. То, что мы делали, допустим, раньше, вот эти в течение всех этих трех месяцев, это был наш казахстанский формат, а сегодня он идет международный. То есть мы работаем в 176 странах, и
вы понимаете, насколько, какой огромный масштаб. А нашей программе всего лишь год, ну и два месяца, да, вот мы запустились сейчас, вот Айкуна говорила, мы запустились в марте, 30 марта, вот апрель, май только прошел, сейчас июнь, вот сегодня, и поэтому мы очень молодая компания в смысле крипто-юнит, а так фонду уже более 5 лет, в этом году мы будем организовывать 6-летие компании. И я хочу вам сказать, что наша компания дает возможность сейчас во время кризиса не только сохранить и приумножить свои деньги, получив финансовое образование. Вот согласитесь с тем, что сейчас, когда Айкуним говорила, да, академии правильно 9 лет, вот, но программе нашей крипто-юнит, которую мы сейчас запустили в прошлом году, в 2019 году, вот, чуть больше года, год и 2-3 месяца. Вот, такой программы еще никогда не было, и мы первые пионеры в этой сфере. То есть, если в мире происходят какие-то там новшества, вот, допустим, появился интернет, да, это для вот, нас это было вообще революцией, чудом. Но сейчас мы все не можем представить себя без интернета. Появилось цифровое фото. Еще сами помните, что буквально 20 лет назад мы пользовались только фотоаппаратами с пленкой Kodak. Kodak исчез. Ну и мы сейчас привыкли к тому, что пленка у нас не кончается, она цифровая. Ну, говорить о том, что, допустим, письма мы уже давным-давно посылаем по почте. Не по почте, а через email, через интернет тоже, да? И вот крипто-юнит – это аналог цифровой валюты, похожий на биткоин, который запустилась всего лишь в 2009 году, она появилась, первая цифровая валюта. И она сейчас пользуется огромным успехом. Я хочу сказать, что если $1 можно было купить 1300 биткоинов, сейчас один биткоин стоит порядка $9000. Очень легко посчитать, что $1 в течение 10 лет превратился в $11 миллионов. Это вы просто, если $1 бы вложили в то время, если бы вы знали. Но биткоин – это тоже ничем не обеспеченная валюта. И вот мы сейчас вам рассказываем о новой в мире криптоакции, которой никогда не было, и мы первые пионеры в этой сфере. И как вы можете стать обладателем вот этой криптоакции? Для этого вам нужно просто взять ссылку, реферальную ссылку того человека, который вас пригласит на наш вебинар или даст вам это видео ссылку, ну, который уже участник. И у каждого участника есть своя реферальная ссылка. И вам нужно иметь всего лишь почту, вы зарегистрируетесь. И у нас сейчас есть программа VIP-клуб, то есть мы сейчас все партнеры, естественно, мы будем отличаться от всех других тем, что мы будем очень богатые и обеспеченные люди. Даже просто бесплатно зарегистрировавшись, сейчас вы можете получить 350 наших криптобаллов в подарок от компании. То есть вы зарегистрируетесь и оплачиваете всего лишь 10 наших юнит. Один юнит равен $1, и вы становитесь участником нашего VIP-клуба. Поэтому сейчас уникальная возможность во время кризиса, да, когда люди ищут работу, когда люди теряют работу сейчас, очень много людей, даже звезды, даже бизнесмены сейчас в поисках новых дополнительных заработков. И вот здесь наша компания предлагает вам всем бесплатно прийти и получить возможность дополнительного заработка. Вот согласитесь с тем, что сейчас нету работы. Вот Айкуним вышла. Ой, появилась наша красавица. Айкуним, я тебя здесь поддерживаю. Ты где пропала? Голоса нету твоего. Рахмет, я прямо рада, что вы вот прямо этот ангел-хранитель. Ну, давай, Айкуним, продолжай дальше. Хорошо. Я тебя подстраховал. Давай, пока. Хурмет, помоги, Маган, этот слайд поставить. Хурмет, да. Сейчас я этот самый.
подключаюсь. Зашла? Нет, дальше. Включи просто. А зачем ты сначала поставил? Так, отсюда поставь. Так, ну все, сейчас, минутку. Так, меня слышно? Видно? Руйса? Звук есть, да? Кроме ты поставил мне звук? Ну, да, идем да, дальше. Слышно. Видно. А, все, хорошо. Все. Так, криптоюнит, я здесь... Эту тему проходили? Есть у нас... То есть сегодня, смотрите, есть у нас рассрочки. А вообще, вот 5 АИПов есть, начинающие у нас, высшие АИПы есть. Самый большой пакет, 10 тысяч юнитов. Ежемесячно можно вообще по 1000 юнитов, и это будет 125 тысяч. Знаете, это даже очень классно. Я вот сегодня была в офисе и посчитала, вот если кому-то кажется, что 10 тысяч долларов это очень сегодня дорого, смотрите, 125 тысяч баллов криптоюнита мы умножаем, когда она будет 1250, это 156 миллионов 250 тысяч долларов составит. Это очень круто. Поэтому мы сегодня решили в офисе с нашими партнерами, у нас же немного такая как бы передышка была, коронавирус была, и сегодня мы решили каждый день будем работать, и вот Жанна Кинжибай Мырза сказал, что сегодня вообще бесплатно дается 350 баллов криптоюнита, а даже если сегодняшние вот 350, вам достаточно 10 юнитов, чтобы вступить в VIP-клуб как партнер, да, и 350 баллов криптоюнита вам придет в подарок, если мы его умножим на 1250, это 437 500 долларов составит в будущем. Представляете, что это такое? Всего лишь 10 юнитов вы сегодня можете потратить, это 4000 тенге. Ну, на это тоже не будем останавливаться, это те же тоже АИПы, кто сегодня является членом VIP-клуба, участником VIP-клуба, для них, конечно же, идут скидки именно в наших АИПах. Локап раскрытия все уже знают, у нас сегодня уже с Мангстау Мария вот писала, что партнер уже на 2200 уже реализовали, сделали обмен, и они очень сильно этому радовались. Я лично ничего не продаю. Сегодня вот у нас потихоньку, каждый месяц у каждого, следите в своих портфелях, идет раскрытие, освобождение ваших баллов криптоюнита. 1%, 1.5%, дальше будет 3%. И когда за 35 месяцев пройдет полное 100% раскрытие локап. Я, например, не продаю свои криптоюниты, мне жалко их продавать, поэтому у нас есть депо-счет, я разместила свои криптоюниты для стейкинга, для того, чтобы они у меня дальше приумножались. Я сразу поставила на 2 года по 2.5%. Уже первый месяц я получила свои баллы криптоюниты, они мне добыли, да, за один месяц. Я их дальше поставила на 2 года. Тем более я являюсь участником VIP-клуба, ежемесячно моя оплата 80 юнитов. Я хочу, чтобы все, как нас компания учит, чтобы сохранять и приумножать. Вот. VIP-клуб. VIP-клуб частного инвестора, во-первых, это элитный клуб, скидка мы получаем на продукты до 75%. Также у нас эксклюзивные предложения, доступ к программе CryptoUnit, ее бонусам, дополнительный источник дохода. Также мы участвуем в закрытых встречах. Здесь, если посмотреть вот таблицу, если вы являетесь партнером, ежемесячная ваша оплата составит, чтобы стать участником, быть постоянно участником VIP-клуба, ежемесячная всего лишь 10 юнитов. Агенты 20 юнитов, если вице-президент 80, президент самый высокий ранг у нас, это они оплачивают ежемесячно 100 юнитов. Об этом, как Кинжибай уже сказал, что сегодня, да, об этом уже сказал, не буду останавливаться.
Так, экспресс-бонусы, да, мы на эту тему, это есть наш маркетинговый план, мы на эту тему будем раскрывать отдельно, мы не будем во время презентации, потому что это очень объемная такая тема, над этим нужно просто сидеть. И сюда к нам могут прийти те люди, те, которые сегодня хотят строить бизнес. Можно сказать, это бизнес-план наш, да, маркетинговый план, где мы полностью все расскажем. Сегодня у нас идет большая экспресс-бонус за квалификацию. Если вы выполняете определенную квалификацию, начиная от агентов до президента, вы получаете свои премии, кроме того, что вы и так будете от структуры получать бонусы. УИП Gold юбилейная, она у нас еще пока есть, вы можете приобрести. В честь пятилетия компании было выпущено 350 штук. И вот эта сувенирная монетка, она составляет 35 грамма золота, стоимость 8 тысяч юнитов и общий клубный бонус 80 тысяч криптоюнитов. Это очень круто, хочу сказать. Наши достижения за 2014 года, ну, не 750, плюс актив, ну, 750 тысяч и плюс активных партнеров по всему миру. Вообще у нас 1,5 миллиона уже партнеров по всему миру. Бизнес более 175 странах мира. 71 партнер в статусе президент. Мы разговариваем на 11 языках. Сколько было бонусов начислено в сети в качестве бонусов, да, вот кто вот сегодня выполняли квалификации, кто сегодня по партнерской программе, то есть заработает, было 96 398 724 юнита было начислено именно в сеть, мы получали. Ну, так и так далее, регистрации очень быстро у нас проходят. Постоянное преимущество перед другими компаниями, постоянный рост цены криптоюнита, неограниченный мгновенный доход, то есть мы это знаем, в ту же секунду нам поступают бонусы, если мы сегодня пришли, привлекаем инвесторов путем многоуровневого краудинвестинга, мы сразу же, в ту же секунду у нас поступают наши бонусы. Выплаты по программе лояльности, возможность получения дивидендного дохода и также международный бизнес, не выходя из дома. Ну, сколько у нас время сейчас? Я думаю, успели. Я хочу пожелать всем нашим партнерам, Хурмет, как можно вот здесь, нету ли? Всем нашим партнерам, если у вас вопросы ко мне, если есть вопросы, есть несколько минут, можете написать. Что хочу пожелать, мы действительно... Я изучаю сейчас много разных компаний, еще раз хочу повториться, да, но такой компании еще нету, еще не создано. Может, кто-то потом будет тоже что-то такое делать, но в данный момент такой компании еще нету. И мы владеем теми, можно сказать, активами, да, теми акциями, долями цифровыми, о которых мир еще не знает. И сегодня мы просто с нетерпением ждем выхода нашего бизнеса на биржу. Биржа — это есть рынок. Это очень, хочу сказать, непростой путь, не из легких. Много компаний, которые я знаю сегодня, уже 5 лет существуют на рынке, вроде бы все классно, но они еще до сих пор не вышли на рынок. Представьте, когда... наши акции станут публичными, когда весь мир узнает про криптоюнит, о его материальном обеспечении. Просто будет на отлет наши криптоюниты. Но, к сожалению, обычным простым людям это будет недоступно. И сегодня хочу сказать, вообще у меня, наверное, третье дыхание открылось, не второе, а третье дыхание. И мы с моими партнерами сегодня действительно решили... Давайте мы же сами уже себе каждый набрались там по миллионами, там, да, по полмиллионов цифровых акций криптоюнита. Давайте мы, ну, даже эти же подарочные, которые сегодня дают до конца 30 июня 350 криптоюнита, давайте мы дадим возможность, давайте мы будем выполнять свою миссию, давайте будем делиться. И мы с понедельника по пятницу в офисе Астаны
поставили презентации, обучение. Сегодня очень много нового в компании, где, знаете, нужно знать, что такое блокчейн-платформа, utility токен, security токен, стейблкоин. Вот эти термины мы сегодня сами изучаем. И просто действительно изучаем, что они будут выполнять, что это такое вообще, какие функции они будут выполнять. Мы же должны знать, мы же вот для нас как бы это новшество, но думаю, сложного ничего такого не будет. Когда VIP-клуб к нам пришел, мы тоже думали, что такое стейкинг, что такое локап, что такое депосчет. Сегодня мы уже это применяем, мы уже это знаем, в принципе, это очень легко. Поэтому я хочу всем пожелать вам больших успехов. Объясните, пожалуйста, про экспресс-бонус за квалификацию, когда переходишь с одного статуса на другой, бонус поступает на мой кошелек или кошелек человека, за который зарегистрировался. Экспресс-бонусы, объясните, пожалуйста, про экспресс-бонусы за квалификацию. Допустим, вы, если сегодня выполнили статус агента, вот вы пригласили 5 человек. Вообще, как бы, даже если у вас уже 2 партнера будет на первой линии, вы уже агент. Но если вы на первую линию подписали, именно на первую линию 5 своих партнеров по 200 юнит, и ваша личная инвестиция 200 юнит, вы получаете статус агента, и вам получаете бонус 350 юнитов. Кроме того, что у вас еще получается, вы получаете свои бонусы. Итого где-то 430 за выполнение квалификации агента. А если вы выполнили до конца этого года этот промоушен существует, если вы выполнили статус президента, вы получаете даже вот этот за квалификацию даже до 134 тысячи юнитов. 134 тысячи долларов получаете огромную такую премию, это не считая даже ваших бонусов, от которой идет от структуры. Если Абай, если вас это сильно, очень хорошо интересует, это очень круто, я хочу сказать, вам нужно прямо отдельно маркетинговый план показать, обратитесь к своему спонсору, или же следите в чатах, когда как раз-таки будет обучение по маркетинговому плану, по маркетинг-плану. Бонусы, все будет поступать в ваш кошелек, да, в бонусный счет, и оттуда вы можете их выводить без проблем. На ваш кошелек? Нет, на ваш кошелек. Вы человека зарегистрировали, бонусы к вам поступают. Обязательно. А если ваш человек зарегистрировал своего человека, ему поступает, и вам тоже поступает 7% тогда. А от первой линии вы получаете 8%. То есть, смотрите, это огромный бизнес-план, поэтому здесь нужно конкретно сидеть. Есть ли еще вопросы? Я хочу еще какое сделать пожелание нашим партнерам. Не продавать сегодня свои криптоюниты, не старайтесь быстро избавиться от него, потому что я чувствую, мы думаем, что нас ждут большие, огромные успехи, перемены, новости, чтобы вы потом не пожалели, а почему я по $1 там не продала или не продал. То есть терпение, нужно терпение и понимание, мышление вот этот инвестора нужно получить. И старайтесь сегодня не убить ту курицу, которая будет нести вам золотые яйца. А впереди еще же дивидендный доход. Мы же пришли зачем сюда? Чтобы получать дивидендный доход. Чтобы завтра, знаете, чтобы без нашего участия вот шли дивидендный доход. Это классно, без нашего участия. Это очень круто. Поэтому немного терпения. Если нет вопросов, уже 9 часов. Если нет вопросов, я завершаю свою презентацию. Желаю всем вам удачи. Чтобы не выйти с колеи. Очень много сегодня новостей, очень много вебинаров про блокчейн-платформу, про разные наши токены, как они будут функционировать, что за что отвечает. И поэтому я хочу пожелать всем вам, чтобы вы каждый день посещали презентации и вебинары, которые идут от компании. Есть расписание в кабинетах. Вот. Ну, всего вам доброго. Я завершаю свою презентацию, если у вас нет вопросов. Спасибо. Рахмет огромное.
Спасибо.